Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia G60, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». Выбираем язык «Ввод», далее выбираем язык и нажимаем «Добавить язык». Ищем русский, либо любой другой. Нажимаем. Добавили, и теперь нам нужно перетащить его вверх. Перетаскиваем. И таким образом у нас поменялся язык системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.